خشنة وعيون زرقاء كما تقول جدتي. يربط شالا مزركشا على رأسه. На чужом языке о знакомых проблемах. Сирийский автор Айхам Маедакха приехал на киевский Гогольфест из Берлина. Там тоже есть свой театр переселенцев, где те, кто был вынужден покинуть дом из-за военных действий, делятся собственными пронзительными историями. Пьеса «Скелет слона в пустыне» о его личном опыте. Это моя история, моя жизнь. Я писал о себе, начиная с прадедушки нашего старого дома и до переезда в Германию. طرف سلاحه كنت أظنه مزمارا ذلك الأنبوب في طرف اللوحة رسم بمخيلتي صورة الراعي ونايه السحري وخرافه المرح كلمة مقاتل ارتبطت عندي بصورة الراعي. Сегодня Украина полна своими айхаммаидами. Они тоже рассказывают со сцены о войне, переездах и личной боли. Вот уже год. Так избавляются от душевного груза, находят друзей и поддержку. Есть одна актриса, это Наталья Николаевна. Она сама из Луганской области. Она всю жизнь работала на заводе. Потом далеко за 50 начинала... училась на кукольного режиссера, построила себя возле Луганск свой кукольный театр. Тогда начиналась война, и ей пришлось бежать в Киеве, оставляя все. И она нам стала во время наших проектов очень родной человек. Есть в этой трагедии один позитивный момент. Каким-то образом она заставляет людей искать культурный выход. И в итоге приводит к культурному всплеску в стране. По крайней мере, я отметил этот феномен в Украине. С октября в театре переселенца заработает новая студия. К уже существующему детскому проекту Displaced Kids добавится еще один – Халабуда. Там будут заниматься не только переселенцы, но и дети из Киева, творить прикладную и театральное искусство. Мы работаем над вот этим вот, над этой атмосферой, когда мы все равны, и я имею свои переживания, свой опыт, другие люди имеют свой опыт, и он не хуже, не лучше моего, он просто другой, и он, этот человек тоже живет рядом со мной, и это нормально, как бы, да, и вот над этим мы работаем. Уже вскоре дети из Халабуды представят свой первый спектакль «По ту сторону покрывала». Любовь Задорожная, Игорь Каркадым, UATV.